Так, ну поехали, нет? Поехали! Что тут ты делаешь? Даша. Первый едет Даша. Начинаем наш традиционный праздник «Осенние веснушки». Первый наш концерт открывает дошкольный хор. Представляете, дошкольный хор первый раз на сцене. Они все дрожат, трясутся, но не знают, как мы. И только очень-очень бурные аплодисменты их настроят. Thank you.
виходить младший хор. Thank you.
благодарен за прекрасное выступление младший хор, и на сцену приглашаются более старшие ребята, кандидатский хор. Как видите, я орган сначала включил только красивый такой вид у него был, а теперь я больше включил уже саму машину. Теперь нажатие каждой клавиши вызывает звук одной из тех прекрасных труб, которые вы сейчас видите, а также тех, которые вы не видите, они там сзади. Но все-таки начинается кандидатский хор, и Шура поет Александр. Представляете?
великолепные выступления, за их хорошее мастерство. А сейчас перед вами выступит камерный хор, в котором поют выпускники нашей школы. Thank you.
Спасибо большое нашему камерному хору. И в заключение нашей первой части на сцену приглашается старший хор. Thank you.
Ну вот, все друг для друга побегали немножко, да? Что дальше делаем? Ну, скорее. Так, ну где ведущий? Ну что, забыли, что ведущий? Давай вместе вести. Веди меня куда-нибудь. Начинаем второе отделение нашего праздника. Мы возвращаемся к нашим младшим школьным, нашим хором, нашим хором и капиталистам хором. А старшие ребята возьмут себе из младшего хора стегидастку Попадшевского и рассядемся по партии. Кошмар, капиталистка. Ну, кто же сказал, что я так же делаю? Дорогие ребята маленькие, извините, что мы вас тут немножко уморили, но приготовьтесь, вас все это ждет в недалеком будущем. Пятилетки перейдут в шестилетки, наверное, в будущем году, желаем вам этого. Дошкольники перейдут в первый класс и младший хор, наверное, все перейдут, или почти все тоже желаем. Всего этого здоровья, хорошего труда, а уже как следствие труда, хороших музыкальных успехов. А теперь мы с вами прощаемся, у них подарки будут какие-то? Там, да? Вам еще подарки там где-то такое ждет вас Дед Мороз, что ли? Какой осенью бывает Дед Мороз? Провожаем сначала наших подготовишек. До свидания, ребята. Только подготовишки быстренько уходят. Вот какие они красивые. Но еще не в концертных формах. Еще раз поздравляем с выступлением дошкольный хор и провожаем его тоже. До свидания, ребята, дошкольного хора.